сейчас подъезжаем к скале Афродиты. Петра Турумью называется по-гречески это место. Дорожка от рек, которые из гор льются. Там море впереди. Море видим, да? Я сейчас сюда подвинусь. Сейчас мы будем видеть. Красиво тут. Чего капец? Какая вода синяя, обалдеть просто. Красота какая. Смотри, видишь, там такая церковь миниатюрная. Такая церквушка интересная. Интересно, что это означает. Это, наверное, похоже на то, когда у людей свадьба, и они оставляют здесь какие-то замочки, может быть. Своими именами или с датой. Скорее всего, для этих целей. Вот камни я смотрю тоже. Или пожелания какие-то. А, вот, Сергей плюс Катя. 13.09.18. Тут, наверное, или влюбленные парочки, или когда у людей свадьба, они сюда приезжают. И туристами надуло мусора здесь. Море. Там мель какая-то. Класс. Боже, какое море. Желание загадывать. Откуда? А, вот тут камень? Да. Боже, какая вода. Golf Home City. Я тоже хочу записать. Вон там та скала. Поэтому там люди фотографируются. Вот она, эта скала Афродиты. Мама, отсюда видно уже скалу Афродиты. Ты меня поснимаешь, да? Да, я на камеру. На камеру? Ну хорошо. Нам видно камушек? Вот так видно? Куда меня поставить? Я вообще не вижу. Я еле вместила, чтобы увидеть, понять ты тут где. Я тебе дам фиш. Я сейчас тебя вот так вот фиш. И поплывет фиш. Я потом, может, вырежу из этого. Да, мне бы туда перелезть и тоже там поближе посмотреть. There's a lot of people, I think. It looks people there. A lot of people. Да, сегодня еще государственный выходной. Так что сегодня людей очень много. Местных тоже, не только туристов. А вода какая синяя, смотрите. Я сейчас тоже оставлю здесь свою записочку. Заветную. Вот она, я написала ее. Я оставляю ее здесь этим святым, которые исполнят мое желание. Здесь из машины снимаю, поэтому ну, людей много собралось. Они что-то, видно, это делают. А может, я тоже записываю что-то для Ютуба или, может быть, еще для чего-то. Ну, как красиво. Да, отсюда, конечно, классно. Тут лучше было снимать, чем там. И вообще можно кусочки побить все это. И что? Поездка. Даже катастрофа. Точно так же кусочек дороги, как мы едем. Ой, еще одна смотровая площадка.
Вышли еще на одной смотровой площадке. А здесь вот еще такой камушек тоже. Кусочек скалы. Такое впечатление, что он упал сверху, большой камень, разбился на несколько частей. Ну а там в этот рубин скала Афродиты. Куда мы едем сейчас? Подъезжаем ближе. Народу очень много. Люди есть, даже залезли туда. Считается, что если ты до него доплывешь, потом ты его что-то плывешь, не знаю, не помню сколько раз, сколько раз доплыть, и тогда на тебя женское счастье свалится. По-моему, нам достаточно того, что мы сегодня в купальню Афродиты едем, поэтому оплывать камень. Вообще, если в купальне Афродиты искупаться, то тоже там у тебя будет счастье. А там же запрещено. Ну да, там запрещено, конечно. И пить воду запрещено. Но это неправда. Мы не взяли баклажки. А у нас воды с собой есть. Да, мы выпьем то, что у нас есть. И наберешь себе в ту баклажку. Водички. Вот, смотри. Такой камушек. Да-да-да. Кстати, камни отсюда, они тоже считаются, что... А туда мы дойдем до того, этих камней? Да, конечно, дойдем. Только надо... Не хочу там все. Надо найти, как туда вообще пролезть. Давай перейдем, посмотрим, как туда можно. Посмотри тут. Машина, надо осторожно. Сейчас посмотрим, как сюда вообще можно зайти. А, вот это. Камушками сделали сердечки, да. Красивый дизайн кто-то сделал. Какое-то поверье, о котором мы не знаем, да? Если сделаешь тут сердечко из камней, то что-то тебе будет за это. Интересно. Ну да, я тоже не знаю, как сюда можно слезть. Может быть, отсюда? Reduce speed, уменьши скорость. Решили перелезть в наглую прям напротив машин, не постеснялись. Равно какой-то он крутой. Этот спуск какой страшноватый. Тебе помочь? Здесь спускаемся. Знаешь что, говорят, что надо найти камень, похожий на сердечко здесь. Это дам тебе принесет удачу. Ого, вот это у тебя сердечко. Ну вот я нашла похожий на сердечко, вот не знаю. Да, но оно, ну, оно похоже на сердечко. Я увидела, не довезла, я увидела и вспомнила, несколько. Что я недавно на Ютубе видела, женщина рассказывала это. Вот это на треугольник похоже, а не на сердечко, ой. Видишь? Смотрела, как люди камни разрисовывают. Поискать другое сердечко. Оно у тебя в сумку лезет? Это? Да. Лезет. Это та скала, от которой кусок, наверное, откололся. Сыпался из него потом, как дюймовочка Афродита выплыла. Ну, это уже моя интерпретация, конечно. Мне так хочется думать. Ну, сначала камень туда бультыхнулся, образовалась пена. А ты думала? Конечно. Все очень было сложно. Огромные здесь камни. Ты посмотри, сколько здесь галышей. Из них нужно найти несколько камешков, похожих на сердечко. И вот такие вот наделали сердечки, камни люди, имена написали. Да, сказочное место. Сказочное. Я надеюсь, записи нет. Нет, селфи, белфи. Which is nice? This side or this side? Which stone is stone of Aphrodite? I don't know. It's also one stone inside. But this is also nice. But there's another stone behind. It's many people. It's tough up
попала, как тут красиво. И здесь надо мной большая скала. Ой, какой ты нашла красивый камень. И вот очень красивый, по-моему, тебя. Они все классные. Да. Горячий. Добрый день. Ну да. Ой, как я хочу. Красивые туда, а кульки, вон салфетки, бумага туалетная. И вон еще один кустик впереди тоже, с таким же дизайном. Да. Начинали ленточками, ну, заканчивали, ну мало. Может быть это не памперсы, может быть это, не знаю, салфетки влажные. Очень похожи на памперсы. Похожи, вы такой ветер был у меня на голове. Чердак. Камилля. Как у тебя? Ой, смотрите, какой-то вход куда-то. А, так это подземный переход получается. Это наш зять куда-то пошел. Сейчас пойдем мы посмотрим, что там. Ну-ка, я устал. Устал? А еще и купали. Ой, тут прохладно. Прохладно. Интересно, это давняя? И не очень. Похоже, как не очень. На более современное снаружи. Такой тоннель. Где бы мы еще по таким местам полазили. Ой, там еще что-то. Сейчас переключу камеру. Вот это отсюда мы вышли. Что там интересно? Кофейню. А. А, здесь и душ, и комната для переодевания. Ну да, здесь все. О, ресторан. Там все по-русски написано. А, это не ресторан, это магазин. Супермаркет, наверное. А выглядит там как ресторан. Там. А, ну да, получается там и ресторан, и... Что это? А, интересно. Это фастфуды разные. Сэндвичи, хот-доги. Мороженое разное. И сувениры. Ладно, у нас времени нет уже, там ресторан. Давай быстрее. А он, вон он, смотри, он куда-то поставил машину здесь на стоянке. 4.50. Да. Вот сейчас сколько съест сэндвичей, столько с него сдерем. Точно, у нас же с собой столько сэндвичей там в багажнике. Да. Мы ничего не делали. Да, да. Там поздно едем. Точно. Скажи, сейчас будем. Точно, точно. Да, это сэндвичи с 4.50 there.
How much you will pay me for sandwich? Until so far I pay 750 for entrance. Ага, so it's the same the like... Fuel? Мы все тебе посчитаем. No, fuel is also, you also come here. Yes, you will be even have debt. So, how many sandwiches you have inside? You have 1, 2, 3, 4, 5 sandwiches.